Кольцов, я смотрел, он какой-то бледный, вот он, у него же язва. Вот, его увезли в больницу. Ну, конечно, там человек перенервничал. Его увезли в больницу, он в больнице. А, вот, Навального оставили там на ночь. А, поскольку я знаю, у Яшина сотрясение мозга. Но... Стоять можно? Пожалуйста. Такая же. Вот там, где сидят сейчас Немцов, ребята из Солидарности, вот там человек в каждой кутузке человек по 15. Значит, набито как сельдей, очень душно. Значит, ну вот мы на мою ксиву пресса среагировали, на соседнюю ксиву не среагировали никак. Они сидят в автозаке. Скажите, вы сейчас куда направляетесь? Я пытаюсь пройти на Эхо Москвы, чтобы там рассказать об увиденном.